3 сентября. Память преподобного мученика Игнатия Доланова, иеромонаха. Иван Михайлович Доланов родился в 1885 году в деревне Кожемякино Витебской губернии в семье крестьянина. Образование получил в сельской школе. В 1911 году он поступил послушником в Оптину пустынь. В 1914 году вместе с другими послушниками и монахами Иван был отправлен на фронт. В 1917 году пострижен в Рясофор, а после закрытия Оптиной с приходом к власти безбожников пострижен в монашество с наречением имени Игнатий. В 1929 году Игнатий был рукоположен во иеромонахи. С 1934 по 1937 год служил в Спасской церкви села Курыничи. В 1937 году отец Игнатий был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности. Тройка НКВД приговорила иеромонаха Игнатия к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. После пребывания в различных тюрьмах в 1940 году батюшка оказался в Темниковском лагере в Мордовии. 3 сентября 1942 года иеромонах Игнатий Доланов скончался в лагерном лазарете и был погребен в безвестной могиле на лагерном кладбище.